Бронхоэктатическая болезнь. Снова поговорим об этой проблеме. Вернее, не снова, а вновь. Запись восстановленная, как вы, наверное, сможете догадаться. То есть, не наверное, точно. Итак, откуда берутся бронхоэктазы? Что это такое вообще? Довольно спорная тема, но как бы то ни было, бронхоэктатическая болезнь – тема сегодняшней нашей лекции. Лекция восстановленная 2017 года, где-то там минут под 30 лекция, классическая большая лекция. Звук в любом случае хороший, ну, картиночка не очень, слушайте в наушниках. Итак, в описании к этому видео, в первом предложении, да и в первом комментарии вы найдете ссылочку, кликнув на которую, вы перейдете на мой канал «Уголок доктора. Лекции в Ютубе» и ознакомитесь с бронхоэктатической болезнью. Если ссылочка не активна, вбейте в поисковик «Уголок доктора. Лекции. Бронхоэктатическая болезнь». Ну и подпишитесь.